Сегодня, 25 марта, в России отмечается День работников культуры. Соответствующий указ президентом России Владимиром Путиным был подписан в 2007 году. Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте и туризме. Конечно, нельзя забывать и о хранителях истории и культуры, сотрудниках музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, специалистах домов культуры, клубов, коллективов художественной самодеятельности. Особое значение эта дата имеет в год, объявленный президентом страны, Годом культуры. Сегодня в нашем городе ее отмечают 237 сотрудников. ДК «30 лет Победы», клуба «Строитель», библиотечной системы, детской школы искусств номер 1, краеведческого музея и самого управления культуры. В Лабутнангах работает 25 творческих формирований, в их числе детские, молодежные и взрослые вокальные, театральные и танцевальные коллективы, клубы по интересам. Художественной самодеятельностью занимаются 530 человек, 185 из которых дети и подростки. Более 600 детей обучается в школе искусств. Огромный творческий коллектив с профессиональным праздником сегодня поздравила начальник управления культуры Светлана Драчук. Я поздравляю всех своих коллег, всех сотрудников учреждений культуры с профессиональным праздником, с Днем работника культуры. Очень хорошо, что существует такой праздник, и мы празднуем его уже в 7-й год, а этот год у нас еще объявлен президентом Годом культуры в России. Вдвойне приятно поздравлять коллег с профессиональным праздником. Я благодарю всех коллег за ту огромнейшую работу, которую они проводят на территории нашего города. Желаю им бесконечно творческого поиска, крепкого здоровья, мира, добра и счастья.